К лодкам, только-только вернувшимся из океана, нередко подходят женщины с детьми, пожилые и неимущие. Чаще всего рыболовы зачерпывают для них плошку мелкой рыбы и не просят ничего взамен. Здесь принято помогать тем, кто нуждается в помощи. У каждой лодки есть свое определенное место стоянки. Некоторые лодки привязаны к якорям и остаются до рассвета в море. А некоторые стоят на песке, и чтобы вытащить их на берег, приходится поработать всей артелью.